всеми любимая петуния. Куда же без нее? Каждый год сажаю как своими семенами, так и покупные гибриды петунии. Очень нравятся такие вот кустики в вазонах. Яркие, красивые, пышные. В этом году решила посадить не менее красивый и не менее пышный кустик. Это цинния. Довольно неприхотливая, устойчива к болезням. Карликовая цинния от семян Алтая. Ветвящиеся кустики характеризуются очень длительным цветением. Хорошо переносит различные неблагоприятные погодные условия, устойчивы к заболеваниям. Сами цветочки махровые, розовой окраской и с переходом в более светлый оттенок по краям лепестков. Такая декоративность на цветах сохраняется довольно долго. Вот единственный только цветок, который у меня пойдет на семена, я его пока не удаляю. Такая вот низкорослая цинния довольно хорошо подходит и для клумбы, и для контейнерных посадок цветочных композиций. Прекрасно она у меня смотрится вместе с петунией на одной полочке. Довольно неприхотливая. Нет таких вот засохших цветов, которые постоянно надо удалять. Не приходится формировать. Единственное, что на всякий случай я немножко подвязала вокруг кустика, чтобы от сильного ветра не сломалась цинния. Поэтому вообще никакого ухода не требуется. Поливала один раз комплексным удобрением для цветов. И вот такие вот пышные, красивые кусты цинии в горшках наравне с петунией очень подойдут, освежают взгляд, не менее красочные. Буду собирать свои семена, может быть, другого оттенка еще куплю. Очень понравилась мне такая цинния.